Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как этого хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть. Якушев Владимир Владимирович рассказывал, как он у вас там лечился, как лежал. Вот. И просто без всякого преувеличения, говорю, с восхищением отзывался о ваших сотрудниках. И спасибо большое. О уровне их профессионализма и преданности своему делу. Передавайте им самые наилучшие пожелания всем вашим коллегам. Спасибо большое. Спасибо. Чувство признательности и благодарности. И от меня, от всех ваших пациентов. Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, не придется. Нет, не надо, Владимир. Но некоторые мои коллеги, уже даже которые лежали в других клиниках, да, они сталкивались с вашими специалистами, которые принимали участие в совместной работе, в консультациях там и так далее. Всегда были рядом и помогали. Так что спасибо им большое. И вам спасибо. Спасибо.